Могут. Они куда хочешь могут бежать. Пойдем в сторону старого, посмотрим или что. Чешки будем снизить, как обычно, по полчаса. Давайте вот эти вот наши снайперские елки займем, там кто-нибудь наши есть? Я сижу тут наверху. А, ебаный рот, я тут дома. Рашит собрал. А вот гелик зашел в этот, в город, ну вот этот, нижний. Вижу. Оранжевый дом где зашел. Вон двое, там еще один, по-моему, оба бегут там. Оранжевый дом? Ну там оранжевый дом с киоском рядом, это не там. Вижу, они по городу шарахаются. Все, бля, я пошел их принимать. Давай, Эльдар, со мной. А ты тут бежишь? Я тут с другой стороны вот. Ты? Да. Давай, пошли. Они там по городу бегают. Бля, инфу давай нам. Я не вижу их сейчас. Вот че. Они там где колонка наверху были. Ну да, где дома верхние. Вон, вниз бегут. Один зашел вниз, это в сарайчик. Только давай зеленый дом. Оружие с геликом в черном весь Степан. Внизу, ну прям вот не внизу, а вот перебегает дорогу сейчас. Бомжак такой на вид. В сарай зашел. Где сейчас? Желтый ящик возьми. Белый дом, вот этот такой бело-желтый дом, короче, вот рядом с ним сарай большой, вот он в сарае сейчас этому. Бля, прям перед нами, да. Вон он, в желтый дом пошел. Не-не, подожди. А, он по сараям бегают. Ищут эти краску, видите. Бля, Эльдар, идем зарашим. Не вижу. Да прям перед нами. В сарай зашел. В сарай зашел один. Деревянный, гелик, длинный? Гелик наверху, да, в сарай заходит. Зашел в сарай. Пошли. В сарай один. Бля, Эльдар, у тебя же... Меня зубы. Стреляют. Или в кого? Я убил этот гелик. В сарай. Второго. А, блядь, я уже думал, ты пизда. Двое осталось. Один, короче, в центре города, а другой вот где-то рядом с вами. Ты убил. А вот он, дохлый, видишь, я вижу его. Один где-то с вами рядом бегает. Я видел. Такой, вон он бежит. К сараю бежит, да. Еще один. Со СВТ это бежит. Да-да. Не-не-не, вниз бежит к речке бежит. Сбоку от вас. От зеленого дома сбоку. Ты можешь спускать. Я его потерял из вида. Я его вижу. Мочи его. Я иду. Убил? Он живой, блин. Он дохлый. Ник чекни. Теперь. Соси хуй, лох! Ник чекни. Это еще один есть. Мучу. Один где-то в центре города был, последний раз я видел. За спину возьму, у него пушку есть. Эльдар, он за сараем вдалеке там. Зашел в сарай. Он в сарай зашел. Нет, чёрный, вышел. Да? Да-да. Ну он за сараем как бы. Не внутри, а за сараем там. Да, давай за мной. Не вижу его сейчас. Подожди. Он может в сарае? Да. Он за сараем. Он за тем входом. Обхожу. Я слева обхожу. Подожди. Он ходит это. Нет. Он сейчас справа. От входа. Ну вот если от моей позиции смотреть. Понял. Короче, ближе к городу. Он выглядывает что-то. Он к тебе налево побежал, налево идет. Борис? Слева вылез. Вон он, да. Борис, ты на него смотришь, да? А гелик дохлый где? Внутри сарая, один вон снаружи. Вон, кто там крадется? Борис, я. Да, я его не вижу. Да. Да вот он прям возле входа там ходит. С другой стороны входа, да? Ну вот где Борис ходит, с той стороны он ходит. Борис, это другая сторона входа, Во-во-во, да? Борис, посмотри на вход. Да я смотрю, я не вижу нихуя. Да вот он прям там был, с той стороны, блядь. Че, он внутрь зашел, что ли? Он может внутри сидит уже, я не знаю. Внутри слева, Эльдар. Вот налево посмотри, слева он будет. Смотрю, ни хера никого не вижу. Он слева 100% значит сидит, если оружия нет. Справа. Справа его не было, он слева был. Последний раз. Не вижу никого. Слева в этом сарае, блять, огромном. Ты что, внутрь сарая что ли зашел? Да я тут снаружи хожу, гуляю, смотрю. Там только вот дохлый гелик. Он слева сидит в углу где-то, я уверен. Если снаружи его граната нет. Граната есть, я сейчас гранату кину. Да его зарашить с двух сторон, просто вы чё? Зачем гранату?
Размен никто не хочет уходить. Да нету его нигде не да видно. Нет, с двух сторон просто заходите, все. Вон там дверь, видишь, Эльдар, слева? Вот если в нее зайти налево сразу, вот он там по-любому где-то. Блин, подожди ты. Он не мог никуда пропасть просто так. Тело исчезло. Ах. Блять, он нет, спрятался. Лежит, лежит, да, лежит да. Тело, лежит тело. Это другое тело. А, то что? А, этого второго что? Да-да-да. Пиздец, вот он там шпиговали, я вот он сидит там, значит, внутри, блядь, заебали, рашить его. Он либо справа, либо слева сидит. Нету никого. Да есть он там, Эльдар, блядь, ну ты сделал. Ёпа твою мать. Я снимаю прицел и пошел. Я же видел его, блядь, у меня видео записывается, Эльдар. Ну я вот смотрю сейчас и никого не вижу. Да я бегу, все, я заходить сейчас буду. Он, скорее всего, справа или слева. Посмотри сначала внимательно, Борис. Ты, Борис, с двух сторон зайдите. Бля, дай гранату кину, пизду, боюсь так заходить. Аллах Акбар! Кино, не знаю, долетит. Взорвалась? Да, внутри, внутри прям взорвалась, прям внутри. Да, да. Вон он побежал! Вон он, да-да-да. Куда? В другой, где тело? Он вышел, 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 вышел. Я вижу, нет. Вон с другой стороны. Он вышел, вышел, Борис, возле тебя. По-моему, попало. Бля, бля, да бегите за ним прям. Да упал он, упал, умер, все. Все. Да, Сигуль! Ник чекайте, ник чекайте, чё. Он ещё катается, блядь. Спасать дюпер ебаный, блядь. Ребят, всем привет. Здорово. Там два парков, прикинь, били просто в фут гейки. Жив, по-моему, ещё. Да-да-да, жив. А, нет курса. Ник чё, не написал, лишь? Кошмарил его. Ну какой ты нумчо, хуюмчо, блять, шмунчо, блять, пунчо, хуюмчо. Пиздец, просто, блять, всех в говно, блять, выебали, блять. А первый просто встал и стоит на месте, я в него хуяк-хуяк, две пули. Так этого я раскидал, сейчас этого бегу раскидывать. А там же Эльдар. Там я раскидал. Да, а, тут у него М-ка и пиздец, СВД. Я просто хуярил, блять, как демон. Спрятал он, спрятал. Да я все да скинул, не... как он спрятал? Может, блядь. Рядом, где лежит Борис? Да, не исчезло, значит, не парься. Не могло исчезнуть, побег и посмотри. Да. Блядь, да вот труп лежит и нихуя нету. Ах ты ёбаная, блядь, дюперская мразь, блядь. Поймаешь, короче, репорт у меня.